логистический комплекс торжественно открыли в 8-м микрорайоне Одинцово. Он расположен рядом с действующим производственным цехом, который успешно функционирует почти 10 лет. Сейчас здесь работает передовая линия по переработке мяса. Планов у компании еще больше. Последние несколько лет мы чувствовали, что мы сдерживаемся немножко в развитии из-за нехватки складских помещений. Сейчас у нас есть новый склад, и мы готовы, как говорится, там более активно работать. Мы освободим место для нового производства, и у нас в перспективе, как говорится, уже развивать не только складскую логистику, но и производственные мощности, которые у нас уже сейчас есть. Мы производим здесь на этом же предприятии 30 тысяч тонн продукции, поставляемой на рынок общественного питания. Вот. Но мы хотим производить больше, рынок требует больше. А мощности уже немалые. На предприятии производят почти 37 тысяч тонн продукции в год для рынка общественного питания. Теперь есть где хранить и распределять. Новый комплекс построен на территории площадью более 4 гектаров. Емкость складских помещений составляет более 3000 палетомест. Для соблюдения товарного соседства складские помещения разделены на 3 температурные зоны. Сухой склад – температура воздуха плюс 15. Глубокая заморозка – температура воздуха до минус 20. И группа для хранения свежих продуктов, где температурный режим всегда 4 градуса. Для Подмосковья в целом и для Одинцовского округа в частности, эта компания – большое количество дополнительных рабочих мест. Теперь их без малого 500. От имени правительства Московской области, губернатора, выражаем полную готовность в поддержке новых проектов. Надеемся, что мы это не последние площади, которые будут открыты на территории. Уже 42 тысячи квадратных метров у данного предприятия на территории только Московской области. И будем дальше поддерживать данный проект. Современные итальянские технологии и огромный опыт работы компании в России уже позволили достичь серьезных результатов. Более 4000 товарных позиций на рынке, 7000 клиентов по всей России. Такие площадки, как в Одинцово, есть и в крупных городах – Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону. Для Одинцовского округа это серьезный источник налоговых поступлений в бюджет. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».